Всем доброе утро, ребята. Я сейчас иду на практику. Видите, какая классная погода. В общем, буду все снимать, показывать. Все увидите, что я там делаю. Полюбуйтесь таким классным. Тут на полочке всякие награды. Фильтров. Что я сделала с собой? В общем, я сейчас нахожусь в актовом зале, и мы тут сидим и ожидаем вызова, и едем вместе с ними. Я тут одна осталась, а другие уже на вызовах. Пока нету, я пишу дневник, чтобы время впустую не тратила. Скоро обед. Капец. Чувствую себя одиноко. Никого нет, я одна. Обычно фельдшера сами говорят, пойдешь или нет. Меня только что вызвал фельдшер, который я даже не езжу. А мы вообще забыли обо мне. Как-то грустненько. Капец, пока сидела тут, грустила, меня вызвали. Теперь поеду. Улица классная. Практика закончилась. Я иду домой. Вот такая классная погода. Можно гулять. Вау, видно луну. Красиво. И тут закат одновременно. Прикольно.